Смотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Но хочется им сказать, ну посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти... Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению.